Привет, меня зовут Екатерина. Если дела не дают уехать в отпуск, а отдохнуть не просто хочется, но физически необходимо, выходил посвятить себе и только себе любимые выходные дни. Можно выбраться на дачу, неважно, к себе или к друзьям. Свежий воздух, природа, шашлычок, что может быть лучше? Возьмите с собой книжку, которую давно хотели прочитать, или легкомысленный журнальчик. Если не хотите выбираться из города, сходите в ресторан, посетите театр, музей, галерею или побалуйте себе изысканной процедурой в спа-салоне. Ну и, конечно же, шопинг – лучшая терапия для женщины во все времена.